эксперты обсудили поддержку волонтерства губернаторами «Новой волны». В ходе форума «Решетка» мы вместе с специалистами обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов «Новой волны». В дискуссии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководитель департамента региональных программ ИСИ Дарья Кислицын и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Ольга Галышенкова. Как отметила Кислицына, пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития. Помогая волонтерским объединениям, органы власти автоматически создавали условия для их дальнейшего развития, внедряли механизмы, гарантирующие, что эти институты будут действовать и после победы над COVID-19, отметила она. По словам эксперта, существуют как федеральные, так и региональные меры поддержки добровольчества. В пример она привела льготный проезд для волонтеров во Владимирской области, программы обучения для добровольцев в Нижегородской области, введение социальных карт для волонтеров в Камчатском крае и другие меры. Чибис рассказал об опыте партнерства власти и молодежи в Мурманской области, где активно реализуется грантовая поддержка по самым разным направлениям – в культуре, спорте, здравоохранении. В регионе создаются пространства, где активная молодежь может собираться в любое время для обсуждения своих идей и инициатив. В кризисный момент пандемии, форс-мажоров и чрезвычайных ситуаций мы увидели самое важное – добровольчество и волонтерство у нас в регионе, не на бумаге, в отчетах, а в реальной жизни, добавил он. Галышенкова обратила внимание на важность сотрудничества власти и гражданского общества, формирования доверия между ними. По оценкам Росстата, число волонтеров к 2020 году увеличилось в 8 раз по сравнению с 2013 годом, а в состав крупнейшего в стране движения «Решетка» мы вместе вошли более 250 тысяч добровольцев. Эксперты подытожили, что на развитие волонтерского движения повлияла в том числе поддержка со стороны федеральных и региональных властей.